Значит, о чем будет лекция, которую я собираюсь рассказать? Я надеюсь, что в прошлый раз Андрей Игоревич, который замечательный человек и мой аспирант, рассказал вам про то, как вектор умножить на матрицу и матрицу на вектор. Матрица 2. Я думаю, вы там знаете, как писать, читали, может, анонс. Сегодня моя цель – показать вам, почему это круто. Почему умножать векторы на матрицы и матрицы на матрицы – это круто, и нет большего счастья, чем уметь это делать. Понятно, да? И вы должны уйти просветленные сегодня. Ну, хотя бы немножко. Повторение. Да, возможно. Что рассказывал вам Андрей Игоревич в прошлый раз? Андрей Игоревич говорил вам, что есть вектор. И вектор – это вот такое число. А1, А2. Правильно? Да. Есть матрица. Давайте я по-другому напишу. Я напишу сначала матрицу, а потом вектор. Матрица. Пересчет изгнованной прямой. Матрицу он обозначал так. А1, 1, понятно, да, в виде квадратной таблички. Да. А1, 2, важно не перепутать. А2, 1, А2, 2. И вектор он обозначал B1, B2. Так было? А дальше он говорил так. Вот мы берем горизонтальные палочки такие, вертикальные такие. И получается, что если мы перемножим матрицу, а это вектор. Если мы перемножим матрицу на вектор, то получится такая вещь. А1, 1, B1 плюс А1, 2, B2, А2, 1, B1 плюс А2, 2, B2. Было такое? И вот это будет вектор. У него будет два элемента, верхний и нижний. И дальше он говорил вам, а вот смотрите, как здорово получается. А я, скорее всего, он не говорил вам, потому что я хорошо знаю, что он вам должен был сказать, а что нет. Он не говорил вам следующее. Вот как он записывал это дело? Он записывал так. То, что получается, а и g, b, g, g от единицы до двойки. Было такое? Да. Так вот, значит, в серьезной математической литературе, скорее физической литературе, пишут вообще вот так вот. Если у вас индекс повторяется два раза, то по нему предполагается суммирование. Вот у меня привычки писать этот знак суммы нет. Я не буду этим пользоваться сегодня, потому что у вас с привычками вообще все не так, как у меня. Понятно, да? Но тем не менее, вот я просто вас информирую. Если я в формуле встречаю два индекса, я считаю, что по этим индексам идет суммирование. А тем более два индекса встречаются подряд. Вот. И еще он вам рассказывал про пиво, водку и Достоевского, да, я надеюсь? Кильку, перцовку, да-да. Значит, если у вас есть две матрицы, я позволю себе повторить. Я надеюсь, вы все это помните, но я, тем не менее, повторю. 1, 2, потому что, знаете, да, повторение, мать заикания. B1, 1, B1, 2, B2, 1. B22. Я в перерыве схожу и принесу второй фломастер цветной. Опять то же самое. Здесь палки горизонтальные, здесь палки вертикальные, да? Значит, что получается? А1, 1, B1, 1 плюс А1, 2, B2, 1, А1, 1, B1, 2 плюс А1, 2. 1, 2, B2, 2, да? И здесь запятая стоит. Это два элемента. И здесь то же самое. Помните, давайте я напишу, все-таки развелся. А2, 1, B1, 1 плюс А2, 2, B2, 1 и А2, 1, B1, 2 плюс А2, 2, B2, 2. И у меня не хватило места для скобочки. То есть вот чему он вас научил. Вот, грош цена была бы этой науки, если бы она не работала с нами постоянно. Значит, это настолько все здорово, что думать
про вещи, которые вы видите вокруг себя, как про векторы и про матрицы, это самая правильная концепция. Есть язык программирования, он называется MATLAB. Там единственный тип переменной, осмысленный, да, это матрица. Понятная идея? То есть вообще просто вот они ввели понятие матрицы. Это язык, которым мы реально пользуемся. Всеми остальными языками мы пользуемся не очень. И это было повторение. Зачем? Я разберу сегодня два примера, как и было в анонсе. Пример первый – это расчет цепочек сопротивлений. Пример второй – это будет геометрическая оптика. Пример. Расчет цепочек сопротивления. Самое забавное, что расчет цепочек сопротивления. А на самом деле, вам может быть немножко непривычно то, что я нарисую, но я прокомментирую. Мы будем рассматривать вот такое устройство. Непривычно, потому что это вам может показаться несколько вычурным. Для начала мы предполагаем все сопротивления разными. Ну, конечно, ничто не мешает нам предполагать вертикальные одного типа, горизонтальные другого. Вот устройство такого типа. Сюда мы подключаем, грубо говоря, батарейку. Сюда мы подключаем, грубо говоря, сопротивление R-нагрузки. R-нагрузки. И здесь R1, R2, R3, R4, R5, R6, я не хочу их писать. Значит, нам надо посчитать, как все это ведет себя. То есть, какие токи у нас потребляются от батарейки и какие токи идут в нагрузку. Понятно, да? Рассчитать вот эту схему. Имеется два комментария. Комментарий первый. Вы, конечно, можете рассчитать эту схему так, как вас учили. А учили ли вас рассчитывать эти схемы? Да. Рассчитываются схемы, вам должно быть известно как? С помощью уравнения Киргофа. То есть вы вводите напряжение, скорее всего, вы ведете их здесь раз, два, три и так дальше. И вы вводите токи, которые вам нужны. И один, и два, и три. Токи, скорее всего, будут идти вот так, вот так, вот так, вот так. Правильно? После чего вы получите систему из нескольких линейных уравнений, которую вам придется решать. Это довольно хлопотное дело. И если схема достаточно длинная, то это дело еще более хлопотное. У вас получится система с большим количеством неизвестных, и вам в общем случае не очень понятно, как с ней бороться. Вот. Но главное, что для вас должно быть непонятно, это, как Андрей Игоревич говорит, зачем? Зачем вот сделали такие сопротивления? Я вот на вопрос «зачем» готов вам ответить. Ответ на вопрос «зачем» такой. Дело в том, что если это постоянные токи и постоянные сопротивления обычные, то смысла в этой схеме нет. Непонятно, что она вообще делает. Представьте себе, что токи у вас переменные, а здесь вместо сопротивлений, например, стоят катушки и конденсаторы. Понятно, да? Вот вы должны знать, вернее, вы, наверное, еще не должны знать, что если у вас имеется переменный ток, на какой-то фиксированный, и, соответственно, вот здесь вот, в качестве источника, да, у вас стоит не батарейка, а у вас стоит генератор переменного тока. У вас стоит генератор переменного тока. А вам скоро расскажут, что для фиксированной частоты, то есть если переменный ток, например, 50 Гц или 100 Гц, у вас и катушка, и конденсатор могут быть представлены как сопротивление. То есть для них выполняется почти что закон Ома. Единственная проблема заключается в том, что сопротивление, которое там стоит, не действительное, а комплексное. Вот вам про это точно расскажут в средней школе. А после того, как вам про это рассказали, расчет цепочки вот такой вот, из катушек и конденсаторов, ничем не отличается от расчета цепочки сопротивлений. Понятно, да? То есть, если мы научимся считать цепочки сопротивления, вы сможете считать и такие штуки. А вот такие штуки, они уже вполне себе нужны, они гораздо богаче, чем сопротивление.
А именно там же сопротивления, вот эти вот фиктивные сопротивления, они зависят от частоты. Соответственно, вы можете получать фильтры из таких цепочек, да, то есть вы можете делать цепочку, которая пропускает все частоты, кроме какого-то диапазончика. Вы можете делать линию задержки на таких штуках, то есть изучать, как это на самом деле волноводная структура, она проводит какие-то волны, какие-то не проводит. То есть это целая наука, это интересно. И это, ну, у нас, когда ты приходишь студентом на факультет, там на втором курсе тебе могут дать задание. Вот нужен фильтр для какого-то устройства, которое наше появится, да? Надо рассчитать и собрать. Там немножко объяснят, но дальше ты сам считаешь и собираешь. Ну, что-нибудь похожее. То есть это не бессмысленное дело. Но поскольку вот этих вещей у вас, скорее всего, не было, я восстановлю ситуацию и нарисую здесь сопротивление. И, конечно же, значит, вас должно интриговать, а где здесь матрица? Почему? Немножко, значит, понятно, тоже логическая цепочка должна быть вам ясна. Матрица там, где система линейных уравнений, да? А здесь явно система линейных уравнений есть, но не совсем так. Давайте сделаем следующую вещь. Давайте разобьем нашу электрическую цепь на ячейки. Вот ячейка одна. Вот этот кружочек, который я нарисовал, ничего не значит. Просто это означает, что вот эта ячейка, а у нее есть клеммы. Вот кружочек – это клеммы. И эти клеммы подсоединяются к предыдущей ячейке и к следующей ячейке. Вот еще клеммы. Вот еще клеммы. Понятно, да? То есть мы с вами получили ячейка 1, 2, 3. Мы обозначим вот так. Ячейка 1, 2, 3. И мы с вами должны описать, как работает одна ячейка. Потому что на самом деле то, что мы имеем, это последовательно соединенные три ячейки. Видно, да? Но это не совсем то последовательное соединение, которое вы в школе, вот последовательное соединение сопротивлений. Здесь, обратите внимание, каждая ячейка это то, что называется четырехполюсник. Четырехполюсник, значит, это коробочка, из которой торчит четыре клеммы. Две клеммы торчат сюда и две клеммы торчат сюда. Понятно? Теперь следите за руками. Значит, вам должно, чтобы вам проще следить было, я сейчас сниму. Значит, следите за руками, как будут развиваться события. Предположим, что вот здесь вот у нас из нашего четырехполюсника вытекает ток И1. А напряжение при этом У1. Наша задача посчитать, какой ток вытекает вот здесь вот. Какой ток течет вот здесь, скажем так, назовем его И2. И какое напряжение здесь? Мы ищем У2. Если нам удастся вычислить И2 и У2, зная И1, У1, мы точно так же вычислим по И2, У2, И3, У3, и, наконец, И4, и У4, да? И мы будем знать про нашу схему в известной степени все. Мы будем понимать, как она ведется. Да, она подходит любая точка. Ясно? План наших действий ясен, да? План. План ясен. Тогда я стираю слишком многого. Да? И приступаю к реализации этого плана. Рассмотрим одну единственную ячейку. И никаких больше не подходит. Это мы назовем R1. Теперь оно получило свое имя. А это у нас будет R2. Еще раз. Вот здесь течет ток сюда И1. Вот здесь течет ток И2, который мы хотим найти. А этот И1 мы как будто бы знаем. Вот здесь вот есть напряжение У1, которое мы как будто бы знаем. А здесь У2, которое мы не знаем и хотим найти. Давайте вычислим все, что нам хочется.
Во-первых, а какой ток течет? Вот И1 течет здесь. Назовем ток, который течет через это сопротивление, И'. И' равно У1 делить на R2. Похоже на правду? Как называется закон, который это умеет? Ома. Дальше. Смотрите-ка. И2 это тот же ток, который течет здесь. И он раздвояется на два тока. И1 и И'. Правильно? Значит, И2 это есть ток И1 плюс У1 делить на R2. Согласны? Хорошо. А теперь, чему равно напряжение У2? У2 это напряжение вот это, плюс падение напряжения на сопротивление R1. То есть У2 это есть У1 плюс И1 плюс У1 делить на R2 умножить на R1. Мне не хочется расписывать законы Кирхофа, да? Поэтому я, в общем, из закона Ома все посчитал. Вопрос какой? Понятно, что произошло? Сами так можете? Ну, можете, не можете, придется, да? Смотрите дальше. Теперь ход конем. Я хочу, чтобы у меня был вектор У1, У1, R1. Как с помощью этого вектора записывается У2, R2? Я плохо нарисовал. Есть. Вот так, есть. У1 и 1. Хочется? Хочется. У2, R2. У2. Давайте распишем, значит, это У1. Умножить на 1 плюс R1 делить на R2. Правильно? Плюс И1, R1. Как будет сцена кровавой охоты нас. И2 равно. Я хочу начать с У1 делить на R2. У1 плюс И1. Понятно? О! А теперь самое сладкое из того, что у меня есть. У2 И2 равно. Смотрите-ка. 1 плюс R1 к R2. R1. 1 делить на R2. 1. У1 и 1. Ясно? Тревога какая-то. Вы только что мне рассказывали, что вам известна формула умножения вектора на матрицу. Давайте проверим. Вот эти два равенства совпадают ли с этим матричным равенством? Совпадают. Совпадают. Как? Опять мы берем вот такую палочку на вот такую палочку. Смотрим верхнюю строчку. Вот это умножить на это. Вот оно, да? Плюс вот это умножить на это. Вот оно. Дальше. Вот это умножить на это. Вот-вот. Раз, два, да? Вот это умножить на это. Это вот оно. И вот это умножить на это. Вот оно. То есть я просто переписал вот эти равенства в матрично-векторной форме. Мне помогло их переписать в матрично-векторной форме то, что вот в эти равенства у меня У1 и R1 входят оба в первой степени. Если бы они вошли, не дай бог, во второй степени, я был бы в глубокой беде. Но этого не случилось. И это меня радует. Ну, конечно же, это не случилось. Все так природа задумана. Понятно, да? Я надеюсь, вы уже поняли, к чему я клоню. Я сотру верхнюю часть, она нам сейчас не нужна. Вопросы есть по ней? Хорошо.
Я сотру верхнюю часть. И теперь нарисую. Значит, обратите внимание, вот эта матрица нам еще понадобится. Мы кое-что про нее... Какое-нибудь свойство у нее есть, которое вы сходу видите? Нет? Ну, наверное, не видите, потому что не обученные. Но увидите через некоторое время. Смотрите-ка. Я нарисую опять то же, что было. Правда ли, что в любой такой точке есть окружность? Но теперь я буду рисовать вот в ящичке у меня. В этом ящичке помните, что живет? То, кто в теремочке живет. Вы видите, на площади площадь таких кругов сносится вторую часть. Понятно, да? Еще у меня таких ящичков два. А здесь у меня торчит РН. Смотрите, вот в этой точке я ввожу вектор U1 и 1. Вот в этой точке я ввожу вектор U2 и 2. А для этого ящичка я ввожу матрицу A1. Вот она. Да, 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 да. А2 и А3. И, соответственно, ток, который у меня потребляется вот отсюда, чему равен? Ну вот, а здесь у меня, здесь У3 и 3, да, будем последовательны. Здесь У4 и 4. Правильно? Как мы можем описать нашу систему? Обратите внимание на то, что матрицу А мы знаем. Вот мы знаем R1, R2, значит, мы знаем матрицу А1. Мы с вами можем записать следующее. Есть несколько способов. Давайте сначала в тупую попробуем, а потом в нетупую. Способ в тупую. 1/2, 50 на 50. В тупую. Вы уже, наверное, поняли, что такое U2 и 2. Это вот, U2 и 2 это А1 на У1 и 1. Что такое У3 и 3? А2 на А3. А это уже У4 и 4. Что, никому не нравится 1/4? Клевый способ. Понятно, да? А вот это произведение матриц мы назовем А. И поскольку мы знаем, что такое матрица А1, А2, А3, и мы умеем их умножать, мы можем с вами перемножить матрицы А1, А2, А3 и получить матрицу А. Соответственно, у нас есть У4 и 4 равно А, У1 и 1. Понятно. И вот это считается без проблем. Никакой системы уравнений решать не надо. Это просто надо умножать матрицы последовательно. Теперь наша задача все-таки понять. Например, надо понять, какой ток течет через батарейку. Какой ток отнимается у батарейки, какой ток течет через нагрузку. Да? Сколько мы дали в нагрузку. Как это сделать? Ну, например, вот так. Мы заменяем вот это вот на R нагрузки и... По закону Ома напряжение, которое падает в нагрузке, это есть... Ну, понятно, да? Здесь течет ток И1. Какое напряжение падает на нагрузке? У1. Ясно? А какое напряжение вот здесь вот? ЭДС батарейки. Человек берет дело. На самом деле... ЭДС батарейки. Нам осталось найти И4. И И1. Вот у нас две неизвестны. Давайте посмотрим, как это все распишется. На самом деле просто по-разному множество и разные вещи. У нас получится А1,1. Вот эта вот матрица, она состоит из элементов А1,1, А2,2, А3,3, А4. Да? А1,1 R нагрузки И плюс А1,2 И1, да? Равно ЭДС А2,1 R нагрузки И плюс А2,2 И
равно и 4. Ну, у нас 2 неизвестных, и 1, и 4. И все остальное известное. Можно решить от системы и получить R нагрузки. Вот этот способ в тупую. Ну, потому что мы фактически описали всю схему. Мы все нутро схемы выкинули. У нас остался только вход и выход. Понятно, да? Теперь как это сделать, ну, немножко по-умному более. Как нам описать это немножко не в тупую? Смотрите. Давайте рассмотрим вот эту вот ячейку еще раз. А вот здесь вот стоит сопротивление. R. А можем мы вот эту штуку тоже описать как сопротивление? Давайте найдем фиктивное сопротивление. Мы назовем его Z1, да? Z1. По определению это у нас будет U2 делить на I2. По определению обозначается вот так. U2 на I2. Что такое U2 на I2? Это А, смотрите, я помечу А1, это будет элемент матрицы А1. А1, 1, 1, У1, плюс А1, 1, 2, И1, делить на А1, 2, 1, У1, плюс А2, 2, 1, И1. Поделим на И1 числитель и знаменатель. У нас получится А1,1,1 на R нагрузки. Плюс А1,1,2 делить на А2,1,1 R нагрузки. Плюс А2,2,1. То есть смотрите-ка, мы как бы перенесли сопротивление отсюда сюда, мы пересчитали это. Теперь мы знаем сопротивление вот этого каскада, нагруженного на сопротивление нагрузки. Понятно, да? А именно, у нас есть дробно-линейное преобразование, вот оно, которое делает из R нагрузки Z1. И у нас есть такое же дробно-линейное преобразование, которое сделает нам из Z1 Z2. И, наконец, у нас есть еще одно дробно-линейное преобразование, которое сделает из Z2 Z3. Понятно? Таким образом, все эти преобразования нам известны. Мы можем начать с R нагрузки, шлеп. В 3 шага мы получаем сопротивление, на которое нагружена вот эта батарейка. Ясно? У меня вопрос. Стало ли вам понятнее, за что мы любим умножение матриц? Да. Хорошо. Теперь я обещал вам пункт 3. Пункт 3. Волшебное свойство, как сказать, волшебная характеристика матриц. Волшебная характеристика матриц. Мне не хотелось бы называть ее по имени. Пункт 3. Волшебная характеристика матриц. Но мы с вами взрослые мальчики и девочки. Мы иногда должны назвать это этим, то тем. 3. Поэтому мы напишем определитель. Хорошо? Дело в том, что я 2 года назад читал лекцию про определитель. По-моему, год назад, но не уверен. Короче, это некая традиция. В общем, про определитель я мог бы вам рассказать. Но единственное, мы в план сверстали, и такая важная вещь у вас может оказаться мимо вас. Ну, что делать? Если у кого есть контажка, вы можете посмотреть кино про это дело. В моем исполнении. Что у нас здесь стояло? У меня немножко не так, как бумажки. R1 делить на R2, да? Здесь что стояло? R1. R1. Здесь 1, а здесь 1 делить на R2. Правильно? Вот это... Блин, у меня нет цветного фломастера. Это А1,1, это А1,2, это А2,1, это А2,2. Давайте построим вот такую вот козявку. А1,1, и мы ее назовем D большое. D большое матрица А.
А1,1, А2,2, минус А1,2, А2,1. Пожалуйста, проведите вычисление. Заранее. Да, вот вы решаете планиметрию, например, векторами. Вот есть задача по планиметрии, а единицы. Однерка, да, как говорят в Кирове. Однерка. Ну, казалось бы, 1,1. Мало ли что у нас равно одному. А, но у меня есть к вам, значит, следующее интересное предложение. Мы на матрице 1 уже. Обратно. Когда вы искали обратную мутрицу, да, значит, у вас вы заметили, что определитель где-то встретился, да? То есть на данный момент вы можете сказать следующее, что у вас, что если определитель матрицы 1, то для нее найдется обратная матрица. О, это хорошо. Это, помимо всего прочего, означает, что мы можем считать нашу схему как сзаду наперед, так спереду назад. Ну, замечательно. Но я хотел сказать про другое. Представьте себе, что у вас есть две матрицы. А1,1, А1,2, А2,1, А2,2 и матрица B1,1, B1,2, B2,1, B2,2. Вот у этой матрицы определитель равен 1. И у этой матрицы определитель равен 1. Нет, смотри. Меня интересует следующее. Давайте перемножим эти две матрицы и посмотрим, какой определитель будет у результата. Я не хочу их перемножать, потому что я помню, как они перемножаются. Я сразу напишу результат. Что такое определитель? Это, значит, С. Это будет С. С1,1. С. 1, 2, С, ну, ладно, я боюсь, что я вас запутаю, давайте, и хуже всего, ладно, вас запутаю, сам запутаю. А1, 1, Б1, 1, плюс А1, 2, Б2, 1, А1, 1, Б1, 2, плюс А1, 2, Б2, 2, А2,1, Б1,1, плюс А2,2, Б2,1, и А2,1, Б1,2, плюс А2,2, Б2,2. И, значит, здесь скобочка. Мы должны перемножить это на это и вычесть произведение это на это. О, нас ждут ужасные, ужасные алгебраические преобразования. Давайте их напишем. А1,1, Б1,1, плюс А1,2, Б2,1. Вы понимаете, что в моем возрасте, когда сталкиваешься с необходимостью делать такие преобразования, уже не делаешь их. Вместо этого открываешь программу «Математика», говоришь «Simplify», и она тебе все упрощает. И этот мой возраст наступил лет 20. Когда я первый раз получил в руки программу «Математика». А1,1, Б1,2, плюс А1,2, Б2,2, на А2,1. Чего я вам желаю, она не ошибается. А2,2, Б2,1. Равно. Нас ждут, не хочу вас расстраивать, члены. Их будет много. Ну, давайте уж. Ну, я на самом деле проделал это дома. Вот у меня есть эти вычисления, мне после них выписывать. Там часть членов сокращается, а из остальных выносится общие множители, если вы нигде не ошибетесь.
L меньше Z. Мы просто возьмем и выкинем все эти границы. Ноль. Взяли короткую булку. Не получается ей пересечь Z прямой. Не уходит. Тогда рассчитываем, что нужная нам вероятность, это будет ровно по L. Проверили? Мы как-то бросаем их на пол. Пока вы проверяете, я продолжу говорить. Вот обратите внимание, что у нас получилось произведение двух определителей. Мы умножили матрицы, и определитель произведения равен произведению определителей. Это не случайно. Так будет всегда. Соответственно, если у матрицы определители равны единичке, то всегда, вот сколько бы вы ни городили этих самых сопротивлений, определитель у вас будет равен единичке всегда. Такое замечательное свойство. Зачем оно нам надо сейчас, не очень понятно, но пусть будет, мы про него как бы поговорим. Вдруг оно нам поможет в какой-то интересный момент. Давайте сделаем перерыв. Я схожу за вторым фломастером. И минут через пять мы продолжим с вами, хорошо?